Горбачев Вениамин Яковлевич, герой Советского Союза. Родился 6 апреля 1915 года в городе Боготоль Красноярского края. После окончания военной академии имени Фрунзе в мае 1941 года был назначен помощником командира дивизиона. В июне 1941 года в составе 119-й стрелковой дивизии был отправлен на Западный фронт. В октябре 1941 года был назначен руководителем штаба дивизии. Участвовал в обороне Смоленска, боях под Вязьмой и Калининым. В 1942 году принял командование 157-й отдельной стрелковой бригадой. Участник обороны Кавказа и наступления на Кубани. Освобождал Керчь, Севастополь и Феодосию. С 11 декабря 1943 года генерал-майор Горбачев принял командование 383-й стрелковой дивизии Северокавказского фронта. С этим соединением он дошел до Берлина. Генерал предпочитал руководить подчиненными на поле боя. В боях был несколько раз ранен и контужен. В январе 1945 года генерал-майор Горбачев в ходе Висло-Одерской наступательной операции умело организовал прорыв сильно укрепленной обороны противника на реке Висле. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года за мужество и отвагу Вениамину Яковлевичу Горбачеву было присвоено звание Героя Советского Союза.